Привет, дорогие мои подписчики! Накануне 8 марта я хочу вам предложить необычный, вкусный, простой, недорогой салат. Для салата нам необходимы будут свежий огурец, отварное куриное филе, обжаренные шампиньоны на подсолнечном масле. Я добавила сюда лук обжаренный, поперчила и присолила. Заправлять мы будем салат майонезом и горчицей в зернах. Итак, поехали собирать салат. Салатик готовый, называется он лесовичок. Всем приятного аппетита и всех женщин с 8 марта!